Доброго дня! На календаре 4 октября, пятница. Ежегодно 5 октября отмечают Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в котором отмечают заслуги учителей, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Какие бы перемены ни происходили в обществе, экономике, политике, педагогические профессии были, есть и будут всегда. Мы поздравляем от души всех педагогов с профессиональным праздником. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в вашем сердце, не погаснет огонь искренней преданности своему делу. Желаем вам доброго здоровья и благополучия, терпения, оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде. Пусть ваши заслуги всегда будут замечены и вознаграждены, а достижения ваших учеников прославит вас и ваше учебное заведение. После музыкальной композиции мы продолжим наш эфир. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем нашу праздничную передачу, посвященную ко дню учителя. И как вы уже догадались, сегодня у нас в гостях педагоги. Они все являются профессионалами своего дела. Это Алия Каиржанова, директор гимназии эстетического направления. Нейля Мергалиева, учитель казахского языка общественной образовательной школы номер 20. Анна Луни, педагог-психолог, учитель по предмету глобальной компетенции школы гимназии Вальдорфской ориентации. Татьяна Зателепина, учитель математики общеобразовательной школы номер 21. И Ирина Волокина, учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы номер 7. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей передаче. Пользуясь моментом, конечно, поздравляю вас с профессиональным праздником. В этот день, конечно, все самые лучшие пожелания звучат только в ваш адрес. Действительно, профессия учителя очень сложная, и от человека требуется очень много терпения, сил, энергии. Однако сегодня вы можете расслабиться в нашей программе, так как вы достойны самых искренних и теплых слов поздравления в свой адрес, поэтому принимайте, почувствуйте, что праздник уже наступил, хотя уже для вас он, наверное, вы уже празднуете, да, в школе, наверное, проходят различные мероприятия, и ученики, наверное, вас поздравляют, родители. А сами с каким настроением вы встречаете этот день? Что для вас значит 5 октября на календаре? Алия Зулкарнаева, давайте с вас начнем. Вы знаете, огромное спасибо, во-первых, за то, что мы сегодня, нас вы собрали, также поздравляете. 5 октября, мне кажется, это праздник не только педагогов, это праздник всех, потому что все люди на планете все-таки имеют какое-то отношение к педагогике. У кого-то родные, знакомые, мамы, папы, педагоги, и даже если их нет, они все равно имели дело с педагогами, и в их жизни были и в школе, и в жизни были педагоги, которые направляли, ставили цели, помогали в жизни. Поэтому это такой теплый праздник, который должен пропускать через себя каждый человек. И, конечно, я думаю, что каждый педагог гордится тем, что он педагог, потому что без этой гордости он не может работать с педагогом. И на сегодняшний день, когда признают твою значимость, твое дело, отмечают и говорят добрые слова. И самое главное, мы только что отмечали с коллегами, вот добрая улыбка, любовь в глазах ребенка и вот это теплые слова, которые говорит каждый ребенок, это, мне кажется, самое большое счастье и самая большая благодарность за нашу деятельность. Ну, вы знаете, профессиональный праздник, конечно, да. И, наверное, как и любой профессиональный праздник, мы здесь подводим итоги. Лично для себя, например, я подвожу итог. Не по количеству, конечно, поздравлений, которые я получаю, а просто для себя отвечая на вопрос, а все ли я сделала, чтобы мои ученики меня помнили. Вот я хочу сегодня, пользуясь случаем, вспомнить своего первого учителя, Фокину Кирсергеевну.
Я до сих пор ее помню. Я сама уже пенсионерка, а ее фамилия, имя, отчество, ее лицо, ее манера, как она вела урок, до сих пор у меня в сердце. И поэтому я очень хотела бы, чтобы мои ученики тоже помнили меня, так как я помню своего первого учителя. Поэтому, правильно? И правильно сказала моя коллега, что действительно самая большая награда для учителя – это свет, любовь, понимание в глазах ученика. Я присоединяюсь к словам своих коллег. И вот сегодня, на самом деле, я тоже хотела бы сказать о том и вспомнить своих учителей, своих наставников, своих коллег уже на данный момент. У меня были прекрасные учителя русского языка и литературы. У меня их было два. И они на самом деле гениальны, прекрасны. И вот именно эту любовь к предмету они привили, наверное, мне. Для меня, да, это великий праздник. Я обожаю свою работу, я люблю детей. И я считаю, что профессия учителя, должность учителя, она необыкновенная. И еще в 17 веке Яна Москаменский говорил, что ничего под солнцем не может быть выше этой профессии. Да, наш труд никогда не был легким, простым, а сегодня, в 21 веке, он стал, как никогда ранее, многофункциональным, сложным, наверное, с научно-творческим подходом. Но есть прекрасные слова, которые я не устаю повторять. Мне нравятся очень слова Роберта Рождественского, который говорит о том, что в своем стихотворении, посвященном учителям, он подчеркивает такую прекрасную мысль, что профессия учитель – главная на Земле. И именно эта профессия дальнего действия. Пока будет человечество, будет эта профессия. Учителями не рождаются, наоборот, учителями нужно родиться, да, а потом только стать. И именно учитель несет солнце детям на своих крыльях. Поэтому эта профессия прекрасная, замечательная, и она будет жить всегда. Благодарю. Ну, сегодня 5 октября, это Всемирный день учителей. Отмечает этот праздник ежегодно, и наша школа тоже вчера праздновали День учителя, поздравляли учителей. Дети с таким воодушевлением, с такой радостью, они подготовили такой концерт, что было очень приятно. Конечно, учитель звучит гордо. Это призвание. Конечно, это призвание должен нести каждый учитель с добротой, с любовью. Люби, в первую очередь, учитель должен любить детей. Только тогда она сможет создать такую среду, где дети могут получить все свои знания и комфортно, главное, чувствовать себя в школе. Ну, я подытожу, наверное, мои коллеги сказали каждый правду, действительно, что все начинается, наверное, с учителя. Это первый, второй, вернее, человек после семьи ребенка. И поэтому учитель во все времена был, есть и, наверное, будет. Хотя, конечно, сейчас вот цифровой мир, уже появляется и искусственный интеллект, и различные информационные технологии, но они лишь помогают нам помочь детям вот освоить такой сложный процесс обучения в школе. Для меня это двойная профессия, потому что я не только обучаю детей, но я еще наблюдаю за их эмоциональным состоянием, поэтому наша профессия педагога, психолога, она тоже важна. И когда действительно ты видишь улыбку ребенка, понимаешь, что ты даешь им очень многое, то все сложности, трудности, которые возникают в любой работе, они, конечно, уходят на второй план. В нашей школе тоже не исключение. Вчера мы провели тоже огромный концерт, который нам подарили наши дети, совет старшеклассников. Наверное, сейчас в эти дни во многих школах проходят дни самоуправления, где дети с удовольствием уже примеряют на себя роль педагогов, учителя, своих любимых педагогов, администрации школы. Кто-то из них в дальнейшем хочет связать свою жизнь с профессией учителем. Поэтому, наверное, не случайно и в профессии учителя есть такой день, Международный день педагога, когда мы очередной раз подчеркиваем важность и необходимость учителя в жизни абсолютно каждого человека. Спасибо. Давайте напомним нашим дорогим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть такая уникальная возможность поздравить своих любимых учителей с их профессиональным
праздником. 28-58-69 – это номер прямого эфира и номер WhatsApp 8-700-028-58-69. Мы ждем ваших звонков и сообщений, ну и продолжим нашу беседу. Аля Зулкарнаевна, ну вот вы правы, да, учитель – это призвание на самом деле, больше, это больше, чем профессия. А вот почему именно вы выбрали эту профессию в своей жизни? Какое ваше профессиональное кредо? Вы знаете, я, наверное, тот человек, который всю жизнь видел, кто такой учитель, какой у него труд. У меня мама учитель, она много лет работала в школе. Я это в школьной жизни видела, и не скажу, что это мне нравилось. Были какие-то трудности все равно. И я решила изучать английский язык, потому что была тяга к английскому языку. Но хотела я стать переводчиком. Но попробовав работать переводчиком, я поняла, что это не для меня. Потому что я поняла, что я хочу иметь контакт с людьми, влиять на людей. Я хочу влиять на будущее людей. И побывав на практике как учитель, я поняла, что это мое призвание. На сегодняшний день, работая учителем, я вижу обратную связь в глазах детей. Когда я вижу их счастье, их понимание, их благодарность в глазах каждый день, когда они приходят и обнимают, и вот своей открытостью открывают тебе душу, мне кажется, это самое большое счастье. Ни в одной профессии такого нет. Наверное, я такого кредо, наверное, не назову, но я обещала себе всегда искать возможности помочь приобрести новые знания, новые навыки и также быть полезными в обществу. Наверное, поэтому я и стала директором школы, потому что хотела, что, имея должность директора школы, имеешь больше возможностей внедрять новые какие-то изменения, новые возможности для учителей и для учеников, таким образом меняя, наверное, наш мир в лучшую сторону. Я считаю, что педагоги на самом деле имеют большое влияние на будущее и весь на окружающий мир. И на самом деле мы делаем сейчас мир таким, какой он есть. И будущее тоже за нами. Спасибо. Татьяна, а у вас чем был связан выбор? Может быть, это тоже семейная династия была у вас педагогов? Почему вы решили именно выбрать эту профессию? Осознанного выбора профессии у меня не было. Я никогда не думала, что я буду педагогом. Никогда. У меня были немножко другие увлечения. Я занималась рисованием, и мне хотелось быть дизайнером. Ну, вот так сложилась жизнь, что я стала педагогом. И вот я работаю уже больше 40 лет в школе. Я ни дня не пожалела, что я выбрала эту профессию. Ну, как я говорю молодым педагогам, вы поработайте немножко, а потом поймете, что педагогическая деятельность – это наркотик. Вы без детей уже больше не сможете. Вот общение такое живое. А вы знаете, вот мне сейчас уже, ну, не буду говорить, сколько мне лет, но я чувствую себя молодой, потому что я всегда с детьми. Но мы уже были поражены, когда вы сказали, что на заслуженном отдыхе, на пенсии. Вот, понимаете? И вот то это есть вот... педагог всегда молод. Педагог всегда молод, однозначно. Душой. Душой. Вот мы питаемся действительно, да, мы питаемся этой детской энергетикой. Да. И правильно сказали, да, вот больше ничего не надо. Вот понять, что... Даже не так предмет. Да, конечно, нравится нам, когда наш предмет знают, когда есть заслуги, это у нас все есть, и дети занимают места. Но, вы знаете, наверное, все-таки больший результат видишь, когда вырос зрелый человек, вот такой морально целостный, когда у него все в жизни получилось, он специалист, у него хорошие такие человеческие качества. И, наверное, вот много благодарности от родителей, от детей, общения с ними, да? Ну вот я была удивлена, и вот до сих пор у меня как-то осталось. Мне один раз, я была классным руководителем, 11 класс выпустила, и мне прислали благодарность как классному руководителю из института. Вы знаете, вот для меня вот это было вот такое открытие, это было настолько приятно. Ну и до сих пор, ну такие вещи, они душу греют. И вот я до сих пор, в принципе, понимаю, что когда-то надо уходить, но пока есть силы, я работаю.
Продолжайте дальше работать. Татьяна, желаем вам только побольше сил, энергии. Спасибо. И благодарных учеников. Ирина, у вас тоже, наверное, своя какая-то история связана с выбором профессии? Ну, вы знаете, я, во-первых, любила всегда предмет русский язык и литературу. И когда встал выбор о том, как, ну, пришло время, когда нужно было выбирать уже вуз, профессию, у меня не было сомнений, что я буду кем-то другим, кроме учителя. То есть для меня учитель — это была профессия, которая осознанная. Ну, все осознанная. В моей семье не было учителей ранее, поэтому я вот первая. В дальнейшем у меня моя сестренка тоже закончила педагогический наш вуз. Конечно же, я осознанно закончила педагогический институт, поэтому уже на протяжении многих лет работаю в школе, в одной и той же школе. Я работаю также, веду работу с молодыми учителями. И правильно говорят мои коллеги, что на самом деле, да, работая с молодыми коллегами, такими активными, прогрессивными, на самом деле и не замечаешь даже свой возраст. Да? Угу. Вот. А вот самая главная награда для меня, как для учителя, это, да, достижение моих учеников. Я думаю, что высшей награды, наверное, не бывает. Да. Когда ты видишь счастливые глаза, достижения, грамоты или там по жизни в дальнейшем, да, то это великая награда. И вот ради этого, да, на самом деле, можно свернуть горы. Ну, у меня, как говорится, родители настаивали. Видимо, во мне видели призвание учителя. Это отец хотел, чтобы я стала учителем. Ну, конечно, такое воспитание. Я не отказалась. Пошла в педагогический институт имени Пушкина, вот уральский. Прекрасно закончила. Но сейчас я не жалею, что выбрала эту профессию. В данный момент 35 лет я работаю в этой 20-й школе. Но 90-е годы, когда я пришла в эту школу, у нас был директором школы Аскарашович Акишев. Вот он меня принял. И я с гордостью, конечно, вспоминаю сейчас его, как он... Я заканчивала русскую школу и училась в отделении, спецотделении, русский язык, литература, это при пединституте. Он меня уговорил, тогда не хватало специалистов казахского языка и литературы, вот в русских классах. Вот он уговорил, и я перешла, как говорится, переквалифицировалась на учителя казахского языка и литературы в русских классах. И вот я до сих пор работаю. И то есть вы ни раз не пожалели так сейчас свою выборе? Я никогда выборе. Даже, да, ни раз запись не пожалела. Запись трудовой книжки не менялась ни нет, раз? Нет, даже вы ничего в эту не школу, менялось. Я работала. Прекрасные показывали мои результаты, конечно. Когда видишь достижения, действительно, вот я согласна с коллегами, видишь результаты своих детей, это только радует. Я очень благодарна, что стала учителем. Благодарна тем людям, моим наставникам, которые действительно видели во мне учителя. Спасибо. Ну, в моей семье не было педагогов. Я, наверное, первый, кто начал этот путь. Изначально я родилась и воспитывалась в военной семье. У меня папа военный, брат старший военный. И, понятно, на их примере я хотела связать свою жизнь именно вот с этой деятельностью. Но, видимо, вот любовь, наверное, вот к детям, вот зерно педагога во мне, наверное, было, потому что я зрело, хотела, да? Да, зрело. Я именно хотела стать инспектором по делам несовершеннолетних. Но это сложно. Добрые люди, скажем так, да, кто был давно в этой профессии, вот они сказали, ну, вот знаешь, очень сложная профессия для молодой девушки, которая закончила институт, да, вот уже после. И я решила, ну, не, пока, может быть, не время, может быть, я с возрастом должна вырасти. Я вот поступила в наш педагогический институт, но вот эта вот военная, наверное, жилка воспитания, она дала отпечаток. Я работала уже по профессии, но мне вот все хотелось вот что-то вот получить вот военное, но я понимала, что в рамках своей педагогической деятельности я уже не смогу это совмещать. Вот. Но я поступила на юридический факультет, чтобы как-то вот, ну, свою, наверное, вторую мечту осуществить. Но скажу, что второе образование мне тоже прекрасно помогает в работе с детьми, с педагогами при проведении каких-то воспитательных мероприятий. Вот. И
Ну, я, наверное, не жалею, да, есть, бывают сложности в нашей работе, трудности, когда бывает пароль, опускаются руки и хочется что-то, возможно, поменять, но когда ты видишь глаза ребенка, вот то, что ты в него вкладываешь, результат, конечно, это дает большой такой стимул, мотивация идти дальше, совершенствоваться как специалист. Да, и вот эти все трудности, они сразу начинают быстро решаться, да, и уходят куда-то там на 5-10 план, далеко. Сегодня можно я дополню? Конечно. Вот как я подъезжала, мне написала моя ученица, она уже ученица второго курса. Я таковой ее не преподавала, но мы, получается, она училась в нашей школе, мы очень хорошо с ней общались. Она меня поздравила с праздником. У нее были очень большие трудности и в школе были, и с одноклассниками, и с родителями, и с одногруппниками. И вы знаете, сегодня она мне вот написала только что вот перед входом, что у нее все отлично, что она, у нее прекрасные одногруппники, что она, ей нравится учиться, что она учится в Москве, она, ей нравится Москва. Хотя до этого она училась в Санкт-Петербурге, она, это не нравился даже город. И вы знаете, когда я услышала вот то, что у нее все хорошо, в моей душе было так спокойно, я говорю, это самый, наверное, лучший подарок, который ты могла мне сделать на мой праздник, на сегодняшний праздник. Я вот очень была благодарна и, наверное, так совпало. Вот только что я об этом услышала, вот просто дополнение. Это на самом деле очень, очень большое счастье, когда ты знаешь, что у твоего ученика все хорошо в жизни. И ты к этому имеешь какое-то отношение. Это великая награда, да, на самом деле. Я думаю, что ваши ученики тоже очень гордятся тем, что именно такие педагоги, как вы, повстречались на их пути. Спасибо. Потому что чувствуется, насколько вы любите детей. От вас исходит вот такое тепло, такая позитивная энергия. А вот какое из своих профессиональных достижений вы считаете вот самым важным в жизни, значимыми? Ведь их достаточно много, потому что я уверена, что ежегодно ваши ученики становятся призерами различных олимпиад, конкурсов, ну, выходят, знаете, на международный даже уровень, да, не на республиканский, на международный уровень. Ну, я как математик, мне, наверное, ну, посчастливилось так, что я в основном в своей работе беру в 5 классе и выпускаю в 11. То есть 7 лет с детьми, это настолько уже родные люди. И вот самым, считаю своим, знаете, как звездное такое, завершением своей карьеры, думала, что я уйду как раз. У меня был выпуск, у меня было 5 отличников, 4 алтенбельги и 1 мальчик с особого образца. Они все по математике получили высший балл. Вот большего для меня, большей награды не было. Я была настолько счастлива, что они действительно смогли подтвердить. За них была счастлива, и была счастлива и за себя, как за учителя, что я смогла вот готовить так ребят, что они... Ну, это, конечно, не вершина для них, но это было для меня достижение, конечно, что у меня такие ученики. Это для вас и больше мотивация как раз была. Вот вы же сказали, что был период, когда вы уже подумали, что... Вот это, конечно, для учителя... Конечно. Ради этого стоит дальше работать, творить. Спасибо, Ирина. Я могу сказать тоже, вот, да, наверное, вот в прошлом году у меня было 2 алтенбельги, 2 ученицы, которые на самом деле по моему предмету набрали тоже 39 баллов из 40. Я думаю, это прекрасный результат и такая огромная работа проделанная. Да, я считаю это достижением. И после того, как вот мои дети получили такую награду, на следующий год я получила 5 11 классов, и мы работали очень продуктивно. Я благодарна своему директору за то, что у меня выпала такая возможность работать с прекрасными детьми. И у нас было очень много в прошлом году первых мест в республиканских конкурсах, в международных конкурсах, которые также вот устраивает наша библиотека имени Хамзы Сенжанова. Да, мы там постоянные участники, гости, участвуем во всех мероприятиях. Также я сама лично, например, участвую в республиканских олимпиадах, например, Петстар, да, все наши коллеги знают, что это такое. Вот. В этом учебном году, в прошлом учебном году, давайте будем да, точнее, я прошла свою личную аттестацию, повысила категорию до
педагога-исследователя. Я думаю, это тоже достижение, да, в современных условиях добиться таких успехов, это тоже прекрасно. Ну и давайте не будем так голословны. Сегодня на нашем концерте в школе мне тоже наш директор вручила грамоту областного отдела образования. Mm-hmm. Поэтому есть нам куда стремиться. Да, да, и в дальнейшем, конечно, у нас планы участвовать в различных также конкурсах, мероприятиях и на международном уровне. И те ученики, которые закончили школу, мы также с ними продолжаем общаться. И mm-hmm. даже общаемся на уровне вот именно с институтами, как вот наши студенты. То есть у нас связь, вот эта преемственность, она продолжается. Mm-hmm. Поэтому мы, в общем, так вот работаем. Все впереди еще. Mm-hmm. Да. Но у меня, я вспоминаю, вот задали вопрос, я вспомнила, как моя ученица заняла в республике призовое место. Ну, конечно, дети других национальностей, изучая казахский язык, спецификацию казахского языка, да, и занять в республике место, конечно, для меня был это огромный труд, да, действительно. И вот она, когда звонила мне, плакала прям со слезами, что такое место заняла, и свои ошибки называет, где она допустила ошибки, что она впредь не будет и допускать этих ошибок. Но это для меня было вместе с ней и учителя мы плачем, конечно. Но это был такой результат, конечно. И удивительно то, что я вспоминаю ситуацию, вот когда она готовили мои эссе на казахском языке, и она сначала как-то несерьезно или немного прибаливала, что ли, вот такое отношение. И я ее так отругала, не отругала, просто объяснила, что это настолько серьезная республиканская олимпиада. И она взялась, написала полное. И когда там она смогла защитить свою работу, ну, это был действительно результат труда. Это, конечно, дорого стоит. Да. Угу. Вот этот момент я вспомнила. Ну, давайте я не буду повторяться, потому что все равно достижение каждого ребенка, которого ты учишь по твоему предмету, это, ну, показатель твоей работы. Вот я сейчас думала, что можно отметить самым большим достижением. Вот я работаю 20 лет. За эти 20 лет, наверное, мне все равно остается тот фактор, если ребенок, я смогла добиться от каждого ребенка доверительного отношения. Если я добилась того, что он в меня влюбился, любит меня и дружит со мной, и может всегда открыться мне, мне кажется, это самое большое достижение. Потому что, заходя в класс, если ты видишь ребенка, который все-таки боится тебя, или что-то скрывает, или не может раскрыться, мне кажется, это большой провал для учителя. А когда ребенок подходит и говорит тебе те вещи, которые никому не говорит, может тебе довериться, мне кажется, это огромное достижение для учителя. Да. Потому что ты смог завоевать вот на самом деле в уголке его сердца такое место, что тебе доверяют самые сокровенные. И у меня было так много учеников таких, и вот каждый раз заходит в кабинет директора даже, заходит и говорит, можно мне с вами поговорить? И когда хоть один ребенок ко мне заходит, я уже радуюсь тому, что... Мы к директору не ходили. Нет, сейчас дети другие. Не стучались в дверь. Сейчас совсем другие дети. Совершенно другое. То, что они могут доверять. Ребенок может довериться даже физруку, если хочет. Если он видит вот любовь от педагога, если он чувствует близость, душевную близость, он может. Некоторые дети у нас очень часто бывает, что родителям не могут сказать того, что могут сказать учителю. И если ребенок находит такого учителя в стенах школы во время своего обучения, это огромное счастье для ребенка. Это бывает очень много кризисных ситуаций в жизни ребенка. Переходной возраст, проблемы, которые незначительны для нас, но значительны для них. И если он может посоветоваться с авторитарной личностью, которому доверяет в стенах школы, это реально огромное достижение для школы, для ученика и для учителя в целом.
Ну а как вам удается все-таки выстроить такие доверительные отношения с детьми? Психолог. Чтобы действительно ребенок приходил, мог довериться вам, рассказать что-то свое, да, сокровенное. Может быть, даже родителям, да, он не может так. Но если мы говорим в общем о педагогах, о школе, то каждый педагог, он должен быть, как правильно сказали коллеги, очень хорошим, тонким психологом. Потому что, зайдя в класс, мы уже что делаем? Мы смотрим атмосферу класса, мы уже понимаем невербально, кто готов к уроку, кто не готов, у кого-то сегодня, у кого сегодня проблемы, кому становится психологом, кому нужен подход. И действительно, ребенок может довериться абсолютно любому педагогу, как учителю, как правильно сказали, физической культуры, даже, может быть, вахтеру, любому сотруднику школы. Если он чувствует искренность в глазах педагога, если он чувствует, что педагог пришел донести знания, вот свет знаний, опыт, а не просто зашел как учитель-датель, да, вот я пришла, урок отвела, дала знания, понял ты, не понял, я ушла в другой класс. Дети, они очень тонко это чувствуют. Если они чувствуют, что педагог относится искренне, вкладывает не только профессиональные знания, но и душу свою, да, качество, ребенок откроется всегда. И он поделится, правильно сказали коллеги, даже тем сокровенным, с которым он не может поделиться со своей семьей. И вот бывает, что мы учим, направляем уже родителей, на что нужно обратить внимание в ребенке. И родители порой бывают, открывают сами глаза на это, понимая, что мы даже не замечали этого, мы не понимали этого. Благодаря вот учителю ребенок раскрылся с другой стороны. И семья. Не зря же говорят треугольник: школа, ребенок и педагог, родители. Спасибо. Ну вот за последние годы изменилось отношение к учителю и вообще работа учителя. Вот скажите, пожалуйста, вы видите какие-нибудь изменения? Вот говорят, что раньше работалось легче, чем сейчас. Сейчас дети совершенно другие. Или вот что вот на ваш взгляд, какие вот изменения произошли? Вот у кого большой уже педагогический стаж в работе. Когда встречают мои выпускники и говорят: Татьяна Юрьевна, ну как вам новые ученики? Мы были лучше? Я говорю: вы знаете, дети всегда хорошие. Дети – это отражение того, что происходит вокруг. Вот, поэтому я говорю, и вы были хулиганы, и здесь есть хулиганы. И вы были там подвижные, они подвижные. Знаете, как... В школе, да, сейчас дети стали совершенно другие, если сравнивать то поколение, с которым я начинала работать, и какие сейчас. Дети раскрепощенные, они могут совершенно, вот то, что раньше себе не могли позволить ученики, они себе запросто позволяют. Вот они могут себе сказать такие вещи: у вас там прическа новая, или там вам хорошо в этом платье, или плохо в этом платье. Такого раньше не было. Свободно высказывать. Они раскрепощены, они высказывают свое мнение, да. Вот. И если действительно у тебя с учеником такие ровные отношения, хорошие, доверительные, оно это не в оскорбительной форме. И учитель это понимает, и ученики не хотят тебя обидеть. Просто вот это совершенно другая форма общения сейчас. Но если взять по предмету, я вот уже говорила перед тем, как мы сюда пришли, я была на курсах вот этим летом. И вот, вы знаете, приходят молодые, интересные учителя. Интересно, с ними интересно. И, наверное, это наша такая профессия, когда вот нам говорят: вы учите. Нет, мы не только учим, мы все время еще сами учимся. Когда учитель перестает учиться, он перестает быть учителем. Конечно. Поэтому, ну... Но приходят молодые учителя. Приходят. Да, значит, конечно, интересные. Да. Такового дефицита кадров не ощущается? Ну, вы знаете, как вот по математике немножечко ощущаем, а дефицит кадров есть такое чуть-чуть. Но вот я была, ну, не из нашей школы. Я думаю, как вы успели в другие школы ускакать, интересно. Вот, ребята, именно парни, это вообще ценно. Но, тем не менее, мужчин все-таки меньше. Есть. Вот как раз мужчин всегда меньше. Даже сегодня у нас женщин всегда меньше. А вот там были интересные ребята. Они с компьютером на «ты», да, они со всеми этими программами. Вот, они просто совсем другие, они современные. Мы немножко уже там так себя чувствовали такими динозаврами. Там группа была, часть молодая, часть вот такого возраста, как я. Мне кажется, сейчас, наоборот, вот молодежь и наши дети очень сильно все упрощают.
У них все просто. Конкретика. Да, вот просто, да, ну, да, без просто этих оболочек, без ничего. Они просто задают вопрос, хотят получить простой ответ. Да. Они хотят доступности, они хотят быть открытыми, они хотят быть услышанными. И вот мне кажется, самое главное сейчас добиться равности. Равности детей и учителей. Когда они равны, никаких проблем абсолютно нет. Да. Я не знаю, всегда педагоги были те трудности, которые они уже с профессии идут, да? И это неотъемлемая часть нашей работы. А таковой я бы не могла сказать, что сейчас стало труднее работать, чем раньше. Да, дети, есть особенности дети. Психологии, конечно. Мир меняется, конечно. Окружение наше меняется. И дети вот просто хотят быть, чтобы было все просто. У них нет преград. Да. У них нет преград абсолютно. Школа, она тоже модернизируется. Да. И мы должны идти в ногу со временем, потому что новое поколение детей, оно более информационное, более открытое. И мы как педагоги, как коллеги правильно заметили, мы постоянно учимся. И учимся этим же нововведением для того, чтобы быть на одной волне с учеником. Чтобы мы были учителем, но с другой стороны мы были другом учителя, другом, который вот и ведет его по пути знаний. Это самое главное. Спасибо. И самое интересное, Анна, сейчас можно к ученикам обратиться, чтобы они помогли тебе. Да, да. Вот. И они даже они сами помогают. Инициативу проявляют, то есть не стесняясь, вот подсказывают. И это не стыдно для учителя попросить в том же самом компьютере. Значит, мы живем по принципу обучения через всю жизнь. Да, так и есть. Да. У нас остается буквально 5 минут до окончания. Так пролетело очень быстро, 45 минут на одном дыхании. Вообще с педагогами, конечно, очень легко и позитивно проходят все эфиры. Поэтому в заключение, я думаю, вы хотите поздравить своих коллег с праздником, пожалуйста, учителей своих. Ну, во-первых, я хочу поздравить с праздником всех присутствующих здесь, всех своих коллег, которые работают со мной, которые работали раньше со мной, ветеранов педагогического труда и вообще все педагогическое сообщество нашей Западной Казахстанской области, пожелать, наверное, в первую очередь, открытых учеников, которые впитывают знания, родителей, которые тоже, чтобы они были с нами на одной волне. Ну, а если личные пожелания, конечно, всем здоровья, семейным благополучием, чтобы все дома было хорошо. Потому что если у учителя дома есть поддержка, он может творить. С праздником, уважаемые дорогие коллеги. Да. Ну, я хочу сегодня также поздравить своих коллег, пользуясь случаем. Мы даже сегодня познакомились, да? Очень приятно. Да. Вот. Я как и педагог, и как мама ученика выражаю огромную благодарность всем моим коллегам за их упорный труд, за безграничное терпение, поддержку, понимание. Именно эти качества формируют будущее нации, будущее нашей страны. Крепкого здоровья, творческих успехов, благодарных учеников. И пусть всегда у нас будет мирное небо над нашей головой. С днем учителя, мои дорогие коллеги. Спасибо. Ну, в преддверии такого прекрасного праздника Дня Учителя я хочу пожелать всем учителям, и в том числе своим коллегам 20-й школы, с Днем Учителя. Творческих высот, неиссякаемой энергии, добра и любви своих учеников. Я присоединяюсь к поздравлениям. Хочу всех поздравить. Всех учителей, всех педагогов, бывших педагогов не бывает. Да. Я еще раз отмечу, что не бывает людей, у которых не было знакомых педагогов и какого-то отношения к педагогу. Педагоги – это большая армия, которая делает будущее нашей страны. Желаю, главное, здоровья, вдохновения, чтобы всегда были на позитиве. Если человек позитивный и ищет во всем только хорошие и позитивные, положительные стороны, я считаю, что все невозможного в жизни не бывает. И в отношении семьи, и в отношении работы. И всем, конечно же, удачи. Огромное спасибо вашему телеканалу «Ак Жайык»
за то, что не забываете про педагогов, поздравляете нас в преддверии такого великого праздника. Огромного удачи вам, творческих успехов. Огромное спасибо. Благодарю. Я присоединяюсь к словам поздравления своим коллег. Наверное, в первую очередь хочется выразить низкий поклон всем своим педагогам, которые были в моей жизни, которые повлияли на мой профессиональный путь. Поздравить коллег своей гимназии, поздравить коллег нашего города Уральска, Западно-Казахстанской области, всей нашей республики, потому что нас много, мы большая армия педагогов, поэтому творческих успехов, крепкого здоровья, благополучия в семьях, мирного неба и, конечно же, позитивного отношения к жизни. Из любой ситуации, даже самой сложной, можно найти тот позитив, на котором можно работать и обучать детей дальше. Ну, а я благодарю вас за участие в нашей программе. Еще раз вас с профессиональным праздником. Желаю вам неустанного поиска, терпения, дальше совершенствоваться, трудиться, любить детей, свою профессию. Ну и, конечно, побольше вам благодарных учеников и родителей. Спасибо, что провели это время с нами. Еще раз вас с праздником. Спасибо. Можно поаплодировать самим себе. И на этой позитивной ноте я заканчиваю нашу передачу. Пусть этот день обязательно вам принесет только положительные эмоции, много искренних улыбок и море радостных сюрпризов. Просто наслаждайтесь каждым мгновением и делайте то, что приносит вам удовольствие и счастье. До свидания, до скорых встреч в эфире.